Поскольку я с Саратова, я, конечно, привез с собой свою саратовскую гармонику. Вы обратили, наверное, внимание, что здесь раздается такой звон постоянно. Это колокольчики. Наши мастера приладили и говорят, что это основное отличие саратовской гармоники. Но главное не здесь. Главное, конечно, что она до сих пор является одной из самой звонкой из всех гармоник. Секрет, конечно, в голосах и в ее звукоряде. Особенность такая, что играть на ней не совсем просто. На одной кнопочке два звука. Разжим один, а разжим другой. Поэтому я так судорожно дергаю меха. Вот. Дело в том, что саратовская гармоника стала знаменита благодаря Лидии Руслановой, нашей землячке. Вот. Она пела под нее частушки, припевки. И следующим номером программы прозвучат как раз композиции на эти наигрыши, припевки. Называется композиция «Саратовские переборы».